Где бы ни летали влюбленные Шагала, под ними всегда был Витебск. Вот у Аксельрода в каждом местечке черты молодечно. Кто звал меня, что здесь не делать ныне, и почему я этой встрече? Рад, слава лирика, эпилог к первому вернисажу на малой родине. Центральная стена цветная – это работа, посвященная членам семьи. Брату Зелику Аксельроду, поэту, который родился молодечно, писательнице и жене художника Ривки Рубиной, которая занималась белорусской литературой, моей маме, поэту Лену Аксельрод. Около 40 гравюр земли обетованной. Доставить раритеты из Израиля помогали многие институции. Аксельродов в начале Первой мировой войны выселили в Тамбов. Век назад дед Михаила пытался вернуться в свой город, где не спеша тягуче говорят. Символично, что в год юбилейный для Минской области, год юбилейный для Молодечна. Однозначно, что мейер Аксельрод получит постоянную прописку спустя 102 года, как он покинул нашу молодечинскую землю. Уже есть идея, в каком доме поселят героев рисунков. За автографами живописца, близкого к Модильяне, сейчас охотятся музеи всего мира. А тысячи меломанов в культурной столице Центральной Беларуси готовятся ко встрече с артистами, для которых Молодечна как вторая родина. Через годы, через расстояние, вечером на сцене летнего амфитеатра гала-концерт с участием лауреатов песенного конкурса за 25 лет его зычной истории. Сегодня фестивальные софиты погаснут, пока в следующем июне здесь же не взойдет чья-то новая звезда. Александр Матяс, Юрий Убовников. Наши новости. Минская область.